Красоту древнего боевого искусства ушу продемонстрировали спортсмены из разных регионов страны на Кубке России и всероссийских соревнованиях «Связь поколений», недавно завершившихся в Москве. Сотни участников, от самых младших ребят до ветеранов, поборолись за награды первых крупных состязаний сезона. Свое мастерство показали и четверо воспитанников дмитровского клуба «Шанву». Как рассказал их наставник Иван Киселев, многие его ученики решились на эксперименты. Ребята наши выступали практически полностью с новой программой. Вот, мы обновили все, добавили другие виды оружия, которыми они еще не пользовались. Вот, новые группы кулаков. Кто-то из девчонок выбрал подражательный богомол, вот, кто-то шаолинь, вот, кто-то фаньзы, более динамический. В этот раз ребята, ну, можно сказать, выбрали те виды оружия, которые они давно хотели. То есть, если раньше у нас как по стандарту все брали то, что тренер скажет. Вот, сейчас каждый мог выбрать то, что он захотел. То есть там у кого-то двуручный меч, парные крюки. Девочки некоторые перешли с веера на меч. Ушу включает в себя два основных направления – саньда, поединки и традиционное ушу, где от спортсмена требуется показать владение разнообразными элементами. Именно его развивает Иван Киселев. Здесь немало самостоятельных видов, и спортсмены клуба всегда выступают в нескольких дисциплинах. Например, Иван Астафьев представил свои комплексы в четырех из них. Смог получить две медали в кулаке и в шванбин – это парное оружие. Шванбин у меня был новый комплекс, там он более кровавый, более такой жесткий. Сказали мне проявить актерское мастерство, проявил, в итоге личный рекорд побил. Но в кулаке все как обычно. Крюки и парный меч, я недоволен. Будем над этим работать и побеждать. Виктория Карушева добавила к своим достижениям серебряную медаль соревнований, а также получила много ярких впечатлений. Смотришь новые комплексы, наблюдаешь. Это интересно. Мне понравились парные оружия. Это был парный дзянь, парный дао. Я выступала в трех дисциплинах. Это кулачно-спортивные формы, богомол и копье. Мне было довольно... нелегкая программа. В традиционных формах в итоге завоевала серебряную медаль. У меня не очень хорошо получилось сделать богомола и копье. Ольге Голдобиной не хватило совсем чуть-чуть до пьедестала, однако свое выступление она все равно считает успешным. В одном из новых видов дмитровчанка по баллам вплотную приблизилась к нормативу кандидата в мастера спорта. Я начала изучать два новых стиля. Это баго кулак и меч тянь в уданьском стиле. Мне очень нравятся эти стили, то, что они, во-первых, очень сложные. В баго кулаке там очень много движений закрутки, резкие выбросы и также ходьба по кругу. И нужна очень сильная концентрация, чтобы нигде не сбиться и лишних пауз не сделать. В меч тянь мне нравятся плавные переходы, резкие выбросы и то, что сам комплекс, он состоит как бы из единого целого. Все плавно перетекает, без каких-то резких пауз. Следующий турнир для дмитровчан – чемпионаты первенства Московской области. Пожелаем удачи Ивану Киселеву и его ученикам.